целом в Сочи пройдет 6 игр, из них 4 отборочные, состоятся 15, 18, 23 и 26 июня. 1/8 финала назначена на 30 июня, а вот сам четвертьфинала 7 июля. Предварит же Мундиаль Кубок конфигурации. Сочинский этап состоится 29 июня 2017 года. В северной столице Анатолий Пахомов отметил, что праздник футбола на курорте ждут все горожане. В Сочи, подчеркнул мэр, есть и опыт гостеприимства, и опыт проведения международных мероприятий. Но, несмотря на это, у олимпийской столицы много дел. Говорить о том, что у нас есть опыт, это здорово, но останавливаться на достигнутом мы уже не можем. И поэтому нам предстоит и построить тренировочные площадки, и серьезно оформить фан-зону, и заниматься транспортной логистикой. Поэтому есть чем заниматься, и я уверен в том, что и городскую среду будем улучшать. И это еще одно подтверждение того, как посредством спорта, посредством спортивного мероприятия можно улучшить городскую среду, улучшить жизнь людей в городе. Спорт, отметил Пахомов, это уже неотъемлемая часть олимпийской столицы. Свое звание «Самый спортивный город мира» Сочи подтверждает регулярно. Ледовые дворцы здесь задействованы на все 100%, что и обеспечило курорту круглогодичную загрузку. Чемпионат мира по футболу, уверены власти, увеличит возможности Сочи.